18 июня у здания Даугавпилсской региональной больницы, соблюдая требования эпидемиологической безопасности, состоялось празднование сразу по трем причинам. В честь 35-летия со дня открытия медицинского учреждения, получения титула больницы года 2020 и Международного дня медицинского работника, в рамках которого были отмечены наиболее усердные врачи и сотрудники. Хотя официальным днем открытия ДРБ считается 21 января 1986 года, отметить эту дату, равно как и другие поводы, стало возможно лишь сейчас, с ослаблением пандемии COVID-19. И поэтому в рамках данного события особой похвалы в виде почетных грамот и подарков заслужили именно те, кто работал и продолжает трудиться на передовой линии борьбы с коронавирусом. Специалисты-инфектологи, медсестры, резиденты и другие помощники. Всем им руководство больницы городского самоуправления желает радости жизни и крепкого здоровья. Мы наконец дождались. Вот оно лето. Вот у нас возможность все вместе встретиться, наконец пообщаться, отдохнуть, а самое главное, наверное, суммировать все те праздники, большие даты и такие приятные происшествия так для наших медиков. Юбилей 35 лет, Гада Балва, как для лучшей больницы, а самое главное, День медика, потому как для нас это, наверное, основополагающий праздник, как для медицинского учреждения. И для всех наших медиков я хочу пожелать, чтобы они сохранили в сердце то самое тепло, которое они несут и дарят людям. А самое главное, чтобы у них было то самое главное, дорогое, это здоровье. И терпение, вам всем удачи, спасибо вам большое за вклад и за поддержку. С праздником! Сегодня, наверное, тот день, когда мы можем сказать огромное спасибо и должны сказать огромное спасибо всем нашим медикам, всему коллективу региональной больницы. Ведь уже более года мы живем в условиях пандемии. И, конечно же, наши медики находятся на передовой. Ведь никто из них не был готов к тому, что придется бороться с пандемией. Никто из них не знал, как это долго продлится. Никто из них не знал, насколько большую опасность влечет за собой это заболевание. И тем не менее, наша региональная больница очень достойно справилась с этим очень трудным заданием. От всей души, от имени городской думы поздравляю вас всех с Днем медицинского работника. Удачи, успеха, а главное, здоровья вам, вашим семьям, вашим любимым. И пусть любовь наших горожан всегда принадлежит вам. С праздником! Символом данного праздника стала книга Даугавпилсской региональной больницы «Сквозь века». Первое полноформатное издание о медицинском учреждении, которое охватывает насыщенный 35-летний период от самого основания до сегодняшнего дня. В ней представлены воспоминания, архивные вырезки, уникальные фотографии и другие интересные детали из истории больницы. Вскоре эта книга станет доступной в городских библиотеках. Атмосферу праздника дополнили озорные доктора-клоуны, а также музыканты Даба Судуровес. Это доброе событие стало приятной отдышкой, моментом спокойствия и взаимного уважения во времена необычных вызовов, с которыми сейчас ежедневно встречаются врачи и их коллеги. Даугавпилсское самоуправление желает им успехов в работе, стойкости духа и благополучия. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.